Похвальные отзывы о кочегаре и заключенном в статье о шестой передвижной Стасов завершил вопросом. Только спрашивается, как-то он будет ладить с группировкой и удастся ли она ему? До сих пор все, что он делал хорошего, состояло из одних только отдельных фигур. Через год после заключенного и кочегара Ярошенко попытался дать ответ на этот вопрос с картиной «Слепые калеки под Киевом». Когда художник работал над этим произведением, он столкнулся с новыми трудностями. Пейзажная живопись имеет свои особенности. Кроме того, он еще не писал многофигурных композиций. На полотне изображены нищие слепцы. Они бредут один за другим по тропинке. Впереди мальчик-поводырь. За ним два мужика. Чуть поодаль осторожно ступает старик. Далее женщина с ребенком. И юноша. Все фигуры удачно размещены на плоскости холста. В каждой есть что-то свое. Из-за облаков вырвался луч заходящего солнца и позолотил реку. Темным силуэтом выступают фигуры на золотисто-голубом фоне воды. На переднем плане картины сумерки. Нищие бредут из дня к ночи. Содержание картины трагично, несчастье, слепоты. Однако ощущение безысходности рождает не столько физическое увечье, сколько очевидная безысходность их нищеты. И хотя в художественном отношении не все удалось, картина не потеряла актуальности, остроты социального смысла. Образы обездоленных людей всегда привлекали художника. На вопрос, зачем он обращается к подобным темам, Ярошенко ответил, что пишет то, что дает жизнь в данное время, и что делает на него сильное впечатление, или мимо чего равнодушно он пройти не сможет. А в будущем это занесется в историю. Высоко оценил эту картину Нестеров. В «Слепцах» Ярошенко предавался как бы воспоминаниям о своей родной Украине. Слепцы, бандуристы придут, как у Брейгеля, цепляясь один за другого по живописным путям-дорогам Полтавщины.